Номер лота 0608, мотоцикл Kawasaki GTR 1400. Такой вот красавчик, турист, мотоцикл в свободную продажу. Несмотря на свой довольно-таки немалый пробег, мотоцикл в очень хорошем, достойном состоянии. Видно, что ухаживали, следили. Единственный момент, где-то, видать, сносили ухо ему, заменили, не в цвет серого. Ну, в принципе, в остальном все замечательно. Такое высокое ветровое стекло установлено. Второе зеркало, все целенькое, замечательно. Фара передняя, все целое. Есть моменты по пластику здесь, с этой стороны, и также с этой. Но это вот, скорее всего, потому что где-то задевали зеркалами. Переднее крыло целое, не ломанное, все замечательно. Передняя покрышка практически новая. Тормозные диски пробегу своему вообще не соответствуют. Возможно, тоже меняли, либо они так хорошо сохранились. Колодки 70% оставки, вилочка. Зеркало перо в хорошем состоянии, без потеваний. Второе также. Радиатор сотый, все целенькие, ровненькие, все замечательно. Боковой пластик у нас весь целый. Все хорошо, мелкие такие недочетики, потертости есть, незначительные. Но грузики, небольшие элементы окислов. Бак также без недочетов. Укомплектован двумя багажными кофрами. Кофры все целые, не ломаны, с такими незначительными буквально потертостями. Стандартная выхлопная система абсолютно. Тоже есть небольшие моментики потертости. Ну вот, резиновое покрытие на подножках, в принципе, соответствует пробегу. Но все целенькое, все замечательно. Сидушка в оригинальном исполнении, не перешивалась, не высохшая, мягенькая. Крепление под задний кофр из центральных, поворотники, стоп-сигнал сзади, все цел, хвост цел. Задняя покрышка в комплект передней, замена не потребуется, тормозной диск задний. Также практически без реборда, колодок процентов 70-80 в остатке, замена не потребуется. Кофр багажник с этой стороны также целый. Мотоцикл на кардане идет. Все сухое, все замечательно. Все целое. Подножки, лапки все целые. Переключение скоростей. Здесь небольшой косячок по пластику имеется. Треугольничек выломан. В остальном пластик весь целый. Ну, а теперь о пробеге. Пробег. У него 95 195 километров. Он запускается, работает. Просто замечательно. Без каких-либо посторонних шумов. Высота стекла регулируется с кнопочки. Все двигается, все замечательно. Подогрев ручек установлен. Коробочка вся переключается, все передачи щелкают, все замечательно. Кого заинтересовало, пишите, звоните. Готовим его к отправке.